Учеба не закончится 25 мая. Пробелы в знаниях учеников из-за дистанционного обучения будут компенсировать летом. Об этом рассказали в Управлении образования области. Карагандинская область по-прежнему в красной зоне. С начала четвертой четверти в регионе более 500 школьников и 50 работников школ заболели коронавирусной инфекцией. Примерно четверть заболевших была на дистанционном обучении. Три четверти учились в стенах школ. 67% заболевших ученики с 1 по 5 классы. Чтобы стабилизировать обстановку и остановить рост заболеваемости, Управление образования по предписанию СЭС приняло решение отправить на дистанционное обучение уже детей не только Караганды, Темиртау и Жезказгана, но и всех остальных городов области, кроме Каражала, а также трех районов – Осакаровского, Нуринского и Бухаржирауского. Предписание не касается малокомплектных сельских школ, а также учащихся с 9 по 11 классы. Они продолжат учиться очно, так как готовятся к госэкзаменам. Выйдут ли дети на очную учебу после 10 мая, будет решаться накануне, в зависимости от эпидситуации. Педагоги не отрицают, что знания у детей снизились, но стараются как могут наверстать упущенное. Организовывали дополнительные занятия на весенних каникулах и в четвертой четверти. До 19 июня по отдельному графику будут проводиться дополнительные занятия для всех учащихся в выпускных классах, прежде всего по подготовке, как консультации по подготовке государственным экзаменам, и также для всех других классов по тем темам, которые западают